по камерунским высотам. Интересно. Очень много плантаций тут. А вообще, в основном здесь овощи преобладают. Фрукты почти не выращивают. Хон Ли, местный владелец фермы, молодой парень, сказал нам, что здесь работают в основном ребята с Бангладеша. Очень много, ведь 5 миллионов с Бангладеша, вон они, одни из 5 миллионов. Серьезные тут повороты, развороты, как тут машина разъезжается. Едем на четвертой пониженной по вот таким вот местам. Вот это вот фермы на таких склонах вот сделали, конечно, что-то невероятное. Посмотрите, вот везде кабачки растут, капуста. Вау. Вот они, мы тут едем. С мотоциклистом мы тут разъедемся, конечно. Мы добрались до третьей фермы Хон Ли. Калифлауэр. Просто немерено этой калифлауэр. Бангладеша. Да, тоже большая ферма такая. Кабачки тут, желтые цукини. В основном овощи выращивают. Вот на таком тракторе Исудзу мы тут добирались.
Он нам говорит, тут где-то хороший вью есть. Сейчас пойдем посмотрим. Тут кроме хорошего вью, тут хорошие помидоры, я смотрю, тоже растут. Черри. 1 килограмм. Сколько тут весит? 10-12 рингит. Да. А эти помидоры тут у него растут.